Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Сейчас будет онлайн расклад. И тема будет такая. Как возобновить или как себя с ним вести? Может быть, карты вам тоже дадут совет, как поступить правильно, чтобы отношения развивались, чтобы у вас было с ним, со своим любимым вашим человеком, все было хорошо. Итак, сейчас я буду выкладывать 6 карт. Вам нужно будет интуитивно выбрать всего лишь одну карту, и мы посмотрим. Итак, что нужно сделать, как себя вести, чтобы возобновить отношения? Первая карта, вторая карта, третья карта, четвертая карта, пятая карта и шестая карта. Выбирайте чисто интуитивно. Что вам нужно сделать, чтобы возобновить отношения? Как себя вести? Какой получить совет? Чисто интуитивно выбирайте, думайте, чувствуйте. Выбрали? Тогда смотрим. Итак, кто выбрал первую карту? Так. Ну, в первую степень здесь, да, в первую очередь, вернее. Перестать плакать, перестать страдать, перестать выяснять отношения, перестать ныть, напоминать ему о чем-то, да, вот это нужно убрать, это надо забыть, это из этого нужно выйти. И вот из вашего треугольника в отношениях, из ваших страданий, переживаний нужно просто выйти. Что вам нужно сделать, чтобы возобновить отношения? Да, десятка мечей. Или здесь ставить точку надо в ваших отношениях? Вообще не возобновлять ничего. Забыли, поставили крест. Или если вы так сильно хотите все-таки, да, возобновить отношения, опять попытаться быть с ним вместе, с этим человеком, вам перестать нужно страдать, плакать и напоминать о себе, что вам так плохо, а он такой негодяй, на это обращать внимание не хочет. Вам нужно выйти из роли страдалицы вот этой, понимаете? Дальше. Вам совет. Или что нужно сделать, чтобы... Верховная жрица. Ну, знаете, Верховная жрица ставит тайну, запрет. Запрет на то, чтобы я вам могла сказать. Не хочет она говорить. Но здесь и есть еще и магия. Я не знаю, что я сейчас буду говорить. Но мне хочется сказать, я не знаю, примените магию. Сделайте на него приворот, привязку, ну или еще что-то. Ну не знаю, по Верховной жрице у меня часто говорит применение магии. Ну примените магию, привяжите его к себе хотя бы, я не знаю, энергетически. Или отправьте его куда-нибудь подальше, знаете, от себя тоже. Это же тоже магия, да, применение магии. Сходите вообще к мастеру, пусть вас мастер прочитает, вас посмотрит. И уже на индивидуальном приеме, да, разберет с вами все вот эти вот нюансы, что у вас там происходит, всю вашу историю, да, отношений посмотрит. Ну, обращайтесь ко мне, я вас посмотрю. Ну, я не могу здесь дать совет, я не могу. Жрица поставила здесь запрет. Я не могу вам посоветовать. Здесь очень много боли и страданий. Здесь у треугольник в отношениях. Здесь чуть ли, я не знаю, вы чуть ли не дрались, выясняли отношения. Понимаете, здесь очень серьезно. Я не могу вам никакой совет дать. Как возобновить? Вообще карты говорят, что нужно ставить точку. Понимаете, по десятке мечей это ставить точку надо. Вот что я вам могу посоветовать. Значит, ставьте точку тогда. Кто загадал цифру номер 2? Ну, посмотрите, что делается. А? Карта башня. Нормально. Вам тоже, наверное, скорее всего, совет поставить точку. Или же, если сейчас, на данный момент, ваши все-таки отношения – это башня, это кризис, да, и вы не хотите ставить точку, потому что на совет здесь поставить точку нужно. Башня, разрушение – все, разрушили и ушли. Зачем вам такой мужчина нужен? Зачем возобновлять с ним отношения? Но, все-таки здесь расклад идет как общий. Меня смотрит очень много людей, много женщин по всему миру, и ситуации разные. И если все-таки произошел у вас такой разрыв, давайте посмотрим.
Как же вам возобновить, если вы все-таки бросать его не хотите, а хотите возобновить отношения? Давайте посмотрим по совету. Ой, ну здесь нужно максимум приложить усилия, чтобы доказать ему, я не знаю, доказать, что вы правы, доказать, что вы его любите. И приложить много усилий, чтобы быть с этим человеком, потому что это сделать практически очень сложно. Очень сложно. Потому что вы две сильные личности. Вы ему не уступаете, и он вам не уступает. Поэтому вам очень сложно быть в взаимоотношениях нормальных, да, существовать с друг другом, общаться, любить и так далее. Очень сложно, потому что две сильные личности. Что скажут, посоветуют, как возобновить. Ну, посмотрите, что делается, а? Четверка кубков. Ну, я не знаю. Но не получится возобновить отношения. Не получится. Если вам судьба все-таки даст еще один шанс, поговорите с ним, я не знаю, но придите к чему-то. Не надо с ним спорить, не надо с ним конфликтовать. Будьте женщиной, будьте милой, ласковой кошечкой, я не знаю, ну как-то так. Вам судьба может дать еще один шанс с ним возобновить отношения. Ну, встретиться, я не знаю, увидеться, поговорить, да, даст. Но получится ли у вас что-то? Здесь я сказать не могу. Потому что, в принципе, никакого будущего нету. По карте башни уже все было здесь понятно, что будущего нету. Но если уж все-таки получится, да, здесь и дается шанс в будущем. Поговорите, пообщайтесь. Ну, скажите ему, что вы так сильно любите его. Ну, пусть он уже услышит, пусть он уже поверит вам. Или действительно ставьте точку. Зачем он вам нужен? Кто загадал цифру номер 3? Так, ну здесь нужно отправляться. Отправляться в дорогу. Двигаться нужно. Здесь женщина должна все взять в свои руки. Это дорога, колесница, победа. Победа за женщиной. Как она захочет, так и будет. Все в ее руках. Только не перегибайте палку. Держите, знаете, вот эту серединку, чтобы дорога была ваша ровная. Ни вправо, ни влево куда-то, ни вкось. А ровно, чтобы вы знаете, вот по своей дороге мчались только к нему и только в правильном направлении. Может быть, я не знаю, он в другой стране. Ну, слетайте к нему в гости. Ну или же пригласите его к себе, сами пригласите. Проявите инициативу. Или встретитесь на какой-нибудь нейтральной территории, например, да? Ну, здесь однозначно дорога. Дорога, колесница. Так. Как еще можно возобновить с ним отношения? Как себя вести? Ну, вести себя активно. Перестать страдать, плакать, я не знаю, там, в тупике каком-то находиться, в страхах находиться, в фобиях каких-то находиться. Откройте уже глаза и посмотрите, что у вас происходит. Вы намного закрываете глаза. Не надо этого делать. Вообще, снимите розовые очки, в которых вы находитесь уже, я не знаю, сколько. Посмотрите реально, что сейчас происходит в ваших отношениях. Да. Покажите себя как сильную личность, которая все может. Опять, видите, женщина на коне, ну, человек на коне, шестерка жезлов. Это карта победителя. Вы должны быть победительницей. Это амазонкой на коне, которая добивается всего сама. Да, по-другому здесь никак. Вам нужно будет проявлять инициативу. Самой доказывать, что вы сильная, красивая, умная. А вот у меня сейчас просто мысль пришла. Если вам нужно вот это все доказывать, тогда зачем он вам нужен? Вот мне интересно просто. Ну зачем он вам нужен? Подумайте об этом. Хорошо? Потому что вы для него слишком красивая, слишком хорошая. Жирно ему не будет, а? Что вам, вернее, да, вам придется еще и добиваться его при всем этом. Да уж, повезло, наверное, ему так с вами. Знаете, вот я не знаю, я просто всегда считаю, что женщина ничего добиваться не должна, да, в взаимоотношениях с мужчиной. Если мужчина ее не хочет, если мужчина ничего для этого не делает, чтобы эта женщина была с ним, зачем его добиваться? Я вот этого никогда не понимала, наверное, никогда не пойму. Просто у нас, я не знаю, в стране, наверное, женщин больше, а мужчин мало. И женщины для себя как-то поняли, надо добиваться, а как по-другому? Замуж-то выходить надо, детей же рожать надо.
Да, я все это понимаю. Угу. Поэтому у нас уже мужчины вообще ничего делать не хотят. Вообще. Они все считают, что женщина сделает сама. Это ужас. Это ужас. Это ненормально. Никогда в жизни такого еще не было. Что сейчас происходит, я не знаю, последние несколько лет, это какая-то катастрофа. Мне даже страшно за будущее. Что потом будет? Ладно, едем дальше. Ой, кто загадал цифру номер 4? На. Ну, вообще, прикол. Сегодня расклад очень хороший. Гадай не хочу, называется. Ну, вот здесь тоже полный разрыв. Туз мечей. Поставили точку уже. Зачем возобновлять? Вот то, что я сейчас говорила. Но это еще может говорить о том, что выясните отношения. Ну да, поругайтесь с ним. Да, выскажите ему все, что вы о нем думаете. И поставьте точку. Хлопните дверью, я не знаю, дайте ему подзатыльник. Ну, давайте посмотрим, как с ним можно. Что нужно сделать, чтобы возобновить отношения? Как вам себя вести? Харакири ему сделайте все. По башке надавать, не знаю. По тузу мечей. Ну, чтобы мозги встали на место уже у него. Ну да, король мечей. Классный расклад вообще. Я представляю, сколько люди будут здесь писать комментарии своих вставлять. Ой. Вот давайте я вам дам совет, да? Вот потому что здесь вышло. Туз мечей, король мечей. Оставьте его в покое. Ну вот оставьте его в покое. Вы никогда от этого мужчины ничего хорошего не добьетесь. Даже если вы будете, я не знаю, там, чуть ли не на коленях и просить возобновить отношения, и для него будете идеальны, хотя вряд ли. Ничего с этим мужчиной у вас никогда хорошего не будет. Но не ваш этот человек, не ваш. Он жесткий, холодный, знаете, как командир где-то какой-то, я не знаю, в армии. Зачем вам нужен этот человек? Постоянно вы снять им отношения? Зачем? Ох. Но если только ребенок у вас есть, если только ради ребенка, поговорите с ним. Здесь нужно только разговаривать или конкретно уже просто ставить точку. Потому что здесь одни разговоры, по-другому никак. Ну никак по-другому. Здесь нужно разговаривать, нужно общаться, выяснять отношения нужно. Ну, я не знаю, но умеет, наверное, находить общий язык. Хотя с таким мужчиной очень сложно. Если у вас есть ребенок, ради ребенка можно. Если вас вообще ничего не держит, то и не нужен вам этот человек. Он вам вообще не подходит. Кто загадал цифру номер 5? Работать нужно над отношением, набравшись терпения, стараться угодить, где-то промолчать. Знаете, вы как кузнец собственного счастья, да, куете свое счастье сами, работаете над этим сами. Только так. Притирки, притирки, еще раз притирки. Как возобновить вам отношения? Как возобновить отношения? Меняйтесь. Полностью меняйте себя. Хватит уже, знаете, жить какими-то старыми правилами, старыми стереотипами, я не знаю, там еще чем-то, да. Поменяйтесь полностью, измените себя, свой характер, свое отношение к миру и свое отношение к себе. И вы тогда получите хороший результат в этих отношениях. Тогда у вас возобновятся хорошие будут отношения. Да, карта отшельника. И здесь говорит, будьте одиноки. Понимаете? Но здесь все равно сулит одиночество. Вы в паре всегда будете одиноки с этим человеком. Но ничего с этим человеком у вас не будет хорошего в любом случае. Это не ваш мужчина. Вы все равно будете себя чувствовать одиноким человеком.
Он не даст, этот человек, вам счастья, не даст вам теплоты, любви. Ну, посмотрите, карта отшельника. Вот, вот вам совет. Одиночество, понимаете? И не нужно с этим человеком строить отношения. Смысл, он вам не подходит. Да. Шестая позиция. И здесь и перемены идут. И здесь перемены идут. Меняйтесь полностью. Уходите от этого человека. Вот что карты говорят. Он вам не нужен. Уходите от этого человека. Или поменяйтесь сами. Измените себя полностью. Я не знаю, похудейте. Поменяйте свой гардероб, свою внешность, свои мысли, свое отношение к этому мужчине тогда поменяйте. Или уходите от него. Здесь третьего здесь даже нету варианта. Вот одно из двух, что вам нужно сделать. Давайте еще посмотрим совет. Как возобновить отношения, да? Как вам себя вести? Что нужно сделать? Да Богу молиться нужно, да, Иерофант? Слушайте свою интуицию, обращайтесь к Господу Богу, я не знаю, в церковь ходите, молитвы читайте, просите, чтобы святых просите. Чтобы вам помогли. Потому что, ну, очень сложно. Очень сложно. Ваши взаимоотношения сложные. Будьте мудрее. Слушайте только себя. Вот что вам сердце подсказывает, как вам нужно себя с ним вести, что нужно вам сделать, что вам нужно предпринять для возобновления отношений. Вот только себя слушайте. И вам будут идти правильные подсказки. Просите святых, я не знаю, просите свой род, чтобы вам помогли. Может быть, дорога, путь, путешествие будет вам тоже в поддержку, в помощь. И новости какие-то, да, вот действия какие-то быстрые, если что-то от вас требуется. Может быть, вы должны к нему прилететь, приехать. Он вас, может быть, давно уже зовет, а вы все никак-никак не решаетесь. Да, собирайтесь и езжайте к нему. Езжайте. Это может быть единственный выход, где вы сможете, вот таким путем, приехав к нему, сможете возобновить отношения. Да, через дорогу. Через путь, преодолев, да, какую-то дорогу. Ой. Вот такой был расклад. Ужасный. Но я не знаю, я, наверное, все-таки его выложу. Хотя все абсолютно, все карты говорят. Не нужно ни с кем возобновлять отношения. Все. Но я не знаю. Я представляю, сколько здесь будет дизлайков на этом видео. Но я его все равно выложу. Посмотрим.